Ну что, господа, я, во-первых, рад, что Володя нас совершенно потрясающим образом объединил. Я имею в виду учеников Олега Павловича Табакова, придумав этот фестиваль, потому что у каждого свое дело, у каждого свои театры, можно так сказать, свои ученики, а так, чтобы мы оказались вместе в одном фестивале, это, конечно, чудо. Поэтому спасибо вам большое, что он вот так вот нас совершенно потрясающим образом собрал. И так что поэтому приветствие фестивалю «Атом Солнца». Сегодня я почитаю стихи со сцены. Мне хотелось, чтобы поработали вы. Поскольку ошибки со стороны гораздо виднее, да? Когда мы выходим на сцену, мы, безусловно, сначала зажимаемся, потом разжимаемся. В этом есть настоящее искусство. Сжиматься и разжиматься. Я имею в виду, пульсирует кровь. Да? Поэтому для меня очень важно, чтобы мы попробовали выйти на сцену, немножко поволноваться и почитать то, что хочется почитать. Безусловно, конечно же, самое главное читать то, что хочется, не то, что тебя заставили, потому что если тебя заставили найти свое личное в том стихотворении, я не знаю, ну то это проза, ну, все равно будем говорить о стихах, поэмы, желательно все-таки покороче. Время у нас не так много, 2 часа. Если кто-нибудь зарядит графа Нулина до конца немедленного сайта, ну почему нет? Но отрывок мы послушаем. Поэтому можно действительно читать отрывки, не знаю, стихи, и попробовать себя. Мы со стороны, конечно же, увидим. Все ошибки, которые допускают абитуриенты или поступающие в театральный вуз, они уже были обыграны много раз во всех капустниках, равно как во всех, я не знаю, ну, когда представляют артиста, то обязательно показывают его, как он читает стихи. Да? На небо солнышко, да, блистало, да. То есть все показал, называется. Хотя иногда и без жеста не обойтись, когда говорят, нет, я лучше руки назад сделаю и буду как Зоя Космодемьянская или кто-нибудь из большевиков, даже декабристов. Но так, чтобы, допустим, ни один жест я вам не показал свой, лучше буду доносить только ртом. Что тоже иногда бывает, выглядит не очень хорошо, потому что жест тоже имеет довольно серьезную силу. Их не должно быть много, мы с вами не в итальянском театре, да, когда все жестами обозначается, любая эмоция всегда жест. Это очень хороший характер для ролей, когда ты играешь характерные роли, тогда, безусловно, жест тебе помогает, и он еще только дополняет тот самый образ, который ты создаешь. Что касается чтения стихов со сцены и вообще выступлений на сцене, то, конечно же, жестов должно быть минимальное количество, либо дозированное количество, и только по делу. Хорошо? Давайте мы с вами просто начнем, и все. Что сидеть-то? Что-либо. Если, конечно, у вас возникнут еще вопросы по мастерству актера, что-то, допустим, вас волнует очень, если вам хотелось бы что-то от меня услышать, пожалуйста, я готов и на это ответить, но мне хотелось, чтобы вы работали сегодня больше. Пожалуйста. Ну, первое. Без аплодисментов. Ну, теперь давайте. Вау! Я вас любил. Любовь еще, возможно, быть может, что просто боль свербит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски. Я застрелиться пробовал. Но сложно с оружием. Далее виски, в которые вдарить портила не дрожь, но задумчивость. Черт всякий по-людски. Я вас любил безмолвно, безнадежно. Как дай вам Бог любимым быть не даст. Он, будучи на многое, гораст не сотворит, по парме не идут важны. Спасибо. В этом стихотворении идет сочетание высокого и практически прозы такая современная, имеется современное отношение. А поскольку Александр Сергеевич Пушкин – это возвышенное искусство для всех, для нас, хотя он был очень живой человек, именно человек, я говорю не про поэта, а про человека, но тем не менее, есть все равно наше ощущение того, что все-таки Александр Сергеевич Пушкин, когда, если он в письме, допустим, он мог и грубое слово сказать, да, написать, во всяком случае, но все равно поэзия его возвышена. Я вас любил. Здесь можно сделать вот этот вот контраст. Я вас любил. А потом пойти практически прозой, как оно на самом деле.
Я с людьми без надежды, то я не стараюсь. На самом деле вот так. Здесь очень хорошее, может быть, классное сочетание. Возвышено, а как на самом деле? Вот так, вот так. Это прекрасно, когда вот так. На самом деле вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Да? Попробуй сейчас сделать разницу. Не бей сразу «я вас любил», потому что ты просто здесь кувалды, как Маяковский, просто разбил. «Я вас убил», понимаешь? «Я вас любил». Просто знаешь, как попробуй представить, да? Вот Пушкин бы так сделал. «Я вас любил». Та-та-та-та-та. Без молода, без надежды. Время, старость, утомили, я вас любил. Та-та-та. Да? Сделай вот эту вот разницу. Попробуй. Просто наметь. Да? Не бей с самого начала. Не пугай нас. Я вас любил. Любовь еще. А здесь вместе с ней. Я вас любил. Любовь еще. И тогда пойди уже от себя. Ну, как будто от себя. Да? То есть разбирай это стихотворение. Это Пушкин. А это уже я. Это Пушкин, это Пушкин, это Пушкин. А это я. Поэтому попробуй. Но не улыбайся конкретно, да, уже совсем такой открытый рука. А попробуй возвышенно просто это почувствовать, это творение такое, да. Я вас любил. На самом деле, твоя это очень грустная. Такой констатируешь, когда я могу любить, любить другим. Это констатация того, что невозможно, что я любил, а, к сожалению, я вас помню. Но это навсегда. Поэтому я вас любил. Это такая, такая не... яркая радость сегодня. Я вас любил. Немножко такой подтекст сразу возникает. Нет, нет, нет. Я вас любил. Улыбнись только глазами. Это должно быть немножко грустно. Такая, знаешь, такая светлая грусть. Это то, что уже невозвратно, но оно живет в моей душе и будет жить вечно. Это и неплохо, и нехорошо, просто это навсегда. Практически это слезы в глазах где-то там. Но с такой светлой улыбкой, да. Я вас любил, и вообще. А потом дальше перейди как раз в себя, да. Попробуй, попробуй, попробуй. Намечай. Аккуратненько, аккуратно, попробуй. Даже попробуй не кричай. У тебя микрофон перед губами, поэтому я вас любил, скажи. Я вас любил. Ну когда вот что-то такое сразу, какое-то нежное в этом есть, такое хорошее, это же вот реально сказал. Не я вас любил. Да, вот, раз я вас любил. Прямо может, я тебе разрешаю, возьми микрофон вот так вот, прям. Не-не-не, прямо вот так вот, возьми как рок-звезды, вот так вот. Практически шепотом скажи, пожалуйста. Я вас любил. Да. Любовь еще. А, не говори любовь еще, любовь еще. Любовь а, еще. Нет, любовь еще. Сразу видно, что ты будешь прерывать, а ты. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще. Любовь еще. Это. Любовь еще. Вот здесь паузу сделай, но до этого не ныряй. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще, еще. Возможно. Слишком жесткий такой подвес, такой слишком жесткий. Такой немножко неорганичный такой сразу, такой обрывай. Я вас любил. Любовь еще. 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 Не надо. Любовь еще. А порви это как в жизни бы сказал. Любовь еще. Ты уже ходи в себя, да? Сейчас уже лучше, очень, я понимаю, что ты мужественный артист, да? И это прекрасно на нашей сцене. Это редкость. Вот, поэтому это прекрасно, но ощущение нежного чувства, оно вполне может не доказывать, что ты мужик. Все в порядке, все хорошо, мы видим. Девушки все видят, да? Все нормально, не доказывай. Ощущение нежности пушкинской, оно именно такое нежное. Страстная, нежная, возвышенная, да? Не грубей здесь. Хорошо начал, хорошо. Давай попробуй. И не подвешивай, да? Любовь еще. Любовь еще. Останься где-то в серединочке, в регистре. Блин. Я вас любил. Любовь еще. Ручек не надо. Возможно, что просто боль свербит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски, я застрелиться пробовал. Ну, есть, конечно, манера обрывания такого «я». Знаешь, немножко такой рыбий вариант, когда я хватаю ртом воздух «я». Ну, то есть подлетаю туда, как парень, схватанул. Ну, как и характер сразу такая немножко такая неорганичная. Чуть-чуть мягче это дело переходит, ладно? Не так жестко. Я говорю, что? Не надо. Попробуй не хватать ртом воздух здесь. Попробуй, попробуй.
тяжело. И ручек куда не надо. Оставь, у тебя одна рука на микрофоне, другую там же оставь, собственно говоря. Вот здесь, да. Попробуй, да. Это я понимаю, что видно, что схватился за микрофон, но тем не менее ничего. Это можно очень красиво обыграть, знаете, когда вот так абсолютно, да. Я читаю так, я могу так. Даже если я держу вот этот микрофон, в этом есть признание. И в этом нет ничего такого, знаете, ой, зажался, схватил микрофон. Нет, это тоже можно обыграть. Да? Хорошо, можно. Поехали. Единственное, что не так. Господи. Богу хорошо, да-да, расслабь ручки. Они расслаблены у тебя на этом самом, на микрофончике. Вот так, да? Как, наверное, он тебе делает. Я вас любил. Евдокия Германовна, скажи вот это прямо, реально, в лицо, вот так, возьми и все. А как? Может, другие чувства будут? Неважно. Алгерман, скажи вот так вот, на самом деле, как это? Вот только такие чувства надо, чтобы у нас... Я вас любил. Ну это опять, ну ты засандалил, милый мой. Вы все скажете, ну не верю. Понимаете? Я вас любил. А, когда? Любовь еще... Вот! Вот смотри, вот сейчас оборвал, хорошо. Вот сейчас ты практически задохнулся, захлебнулся в этой истории, и сейчас начнешь искренне говорить то, что реально происходит, потому что это боль. Я любил, а больно мне, понимаете? Потом даже опять вот так вот искренне сказал, захлебнуться. Сейчас очень хорошо органично захлебнулся, да? Не стал хватать. Да? Хорошо захлебнулся. Давай дальше посмотрим. Возможно, что просто боль свербит мои мозги. Вот здесь вот боль, вот здесь в принципе... Возможно, разрешаю. Больно. Когда больно, брови тоже работают. Не думай, что ой, ни в коем случае. Они здесь могут. Боль, во-первых, это разобраться в самом себе. Возможно, боль свербит мои мозги. Чуть-чуть, может, немножечко, чуть-чуть проволочки соедини немножко. Возможно, боль. Да, боль, конечно, можно выделить. Немножечко, чуть-чуть проверить. Маленечко, чуть-чуть проверить. Возможно, боль. Только на боль. Потому что возможно нет. Возможно. Возможно, боль свербит мои мозги. Так, уже лучше. Ага. Все разлетелось к черту на куски. Я застрелиться пробовал. Ну да, я немножко опять тоже такой сделал. Такой, я растянул. Да? Ну, может быть и так. Ну, если ты уберешь это. Я застрелиться пробовал. Но сложно с оружием. И далее виски, в которые вдарить. Вот на сложно с оружием, может, в принципе, глаза немножко опустить. Не обязательно смотреть на своих ребят в этом смысле. Нет, но с оружием. Ну, мужчине признаться в том, что он оружием не владеет, это не очень хорошо, поэтому может как бы не им, а о себе больше сказать. Возможно, оружием. Потом опять к ним, да? Не забывай, что можно, в принципе, можно уйти в себя здесь чуть-чуть. Потом опять к ним, да? Тоже вот это не забывай. Дальше. Я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. Далее виски, в которые вдарить, портило не дрожь, но... Шо, далее чего? Далее. Но далее виски, в которые вдарить, портило не дрожь, но задумчивость. Mm-hmm. Черт, все они по-людски. Ну, слушай, потому что это так органично, есть в этом рассказ уже такой свой, уже приближаясь к этому дальше. Я вас любил безмолвно, безнадежно. Как дай вам Бог другими... Не кричи здесь ты уже, а как дай вам Бог любит. Будь аккуратен здесь. Я вас любил... Эти слова, они не кричат. Да, дай Бог тебе! Да, это уже такая эмоция серьезная, такая немножко такая наступающая. Дай Бог, чтоб... Да, не надо. Аккуратненько, ты о любви говоришь здесь чуть-чуть. Можно и кричать о любви, безусловно, если эмоции сильны. Но в данном случае аккуратненько. Я вас любил безмолвно, безнадежно. Как дай вам Бог другими, но не даст. Молодец. Сейчас дальше. Хорошо. Вот сейчас пошла та самая тонкость, которая замечательно для него говорит. Молодец. Я не знаю, понял ли ты что-нибудь? Я понял, что я делаю. Я понял, что я сделал. Спасибо. Здравствуйте, я Мазурина Эвелина. Я прочту вам стихотворение Агнии Барто «Первая любовь». Каждый может догадаться, Антонина
влюблена. Ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Стала ласковой и кроткой, ходит легко. Очень важно, на самом деле. Да, ты улыбаешься, замечательно, обаятельно, прекрасно, все, я тебе абсолютно верю, и про Антонину тоже. Но информация по поводу «скоро 20» — это некая норма, то, что она влюблена. На что ей скоро 20? Это информация, которая, она тебе, ну и что, ей скоро 20, замечательно, прекрасно, чего, о чем, как, а как, а где, ну и что? Ей скоро 20. Это информация, то есть, понимаешь, по смыслу разбирает, тоже понятно, почему. Почему она влюблена и почему это нормально? Потому что ей скоро 20. Ну и что, ей скоро 20. Тут сразу такая двусмыслица возникает, что, Господи, ты, Боже мой, засиделась, милая, засиделась. Ну и что, ей скоро 20, Господи, ты, Боже мой, да? А ведь давно пора, да? Ну и что ж, ей скоро 20. Нет, ей скоро 20. Ей скоро 20, а на улице... Ну, сразу видишь, что тебе сколько? 15. Не скоро тебе будет 20. Ну и что, ей скоро 20. То есть почти 20 как ощущение, а как иначе, она уже взрослый человек, ей 20 лет. Это мне сейчас 15, а ей-то уже 20, ей на 5 лет сильно больше, чем мне. Я сейчас уже немножечко где-то там, может быть, чуть-чуть влюблена. А она влюблена, потому что ей уже 20 лет, она уже 20 лет. Ну, господа, 20 лет одна, да, вот с этим ощущением чуть-чуть, да, не разбирай опять, не прыгай, а попробуй по смыслу разобрать. Ну и что ж, ей скоро 20. Ну что ж, ей скоро 20, а на улице весна. На улице весна. А весна это тоже. Весна это ощущение, понятно, атмосферы, в которой это возможно. Поэтому весна, ну, ребят, ей скоро 20, а на улице весна. Да? Отдели тоже, это красиво, здорово, вкусно можно прочесть. Да? Пойми это, да? Попробуй. Ангелина, давай отсюда. Эвелина. Ну, Ангелина тоже. Ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Ну ничего, весна прозвучала, хорошо, дальше. Стала ласковой и кроткой, ходит легкую походкой, по утрам поет, как птица. Вдруг и младшая сестрица просыпается чуть свет, говорит: пора влюбиться, мне почти 13 лет. И Наташа на уроке оглядела всех ребят. Юрка слишком толстощекий, Петя ростом маловат. Сейчас смотри, одинаково. Та-та, та-та-та-та-та, та-та, та-та-та-та-та, та-та, та-та-та-та-та-та, та-та, та-та-та-та-та, ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та. Я возьму с собой, я возьму кота. А потом еще, кого голову скажете, я возьму еще, мне ли все равно. Это же поиск. Понятно, что Юрка толстощекий, а вот этот, он тоже не очень, да? Каждый, это же новый человечек, которого мы видим в классе, да? Вот этот, ну, слишком толстомодный, ну, такой, ну, что ж такое толстомодный, это, Господи, это, Боже, а вот ничего, ну, тоже не очень, да, вот это тоже не очень. Да где же, да, живи, мы Гоголь, понимаешь, поэтому, да, защиту. Да, попробуй, а то, ля-да, ля-да-да-да-да, трепа, трепа-па-па-па, ничего, 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 и скоро 20. На улице весна. А на улице зима. Юрка слишком толстощекий, Петя ростом маловат. Причем ты знаешь, как называешь? Петя? Петя? Петя. Или ты сидишь там, да? Петя, это же можно... Петя? Нет, за одной и той же интонацией это... Это? Не пугай их, так они все сбежали в школу. На счет. Петя! Ну как сказать, ты же готова влюбиться. Петя! 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 Это знаешь, как будто очень смешно, когда Петя слишком толстощекий. Да? И
юмор сразу пойдет в этом. Петю готов влюбиться, но мордастый очень, да. Ой, а вот этот замечательный тоже не очень, да? Поэтому вот, ищи. А их так когда взяли на улице, это если ты вот еще скажешь весна, и сама зардеешься, и улыбка вот у тебя будет от всех ушей твоих. Я говорю, весна, это будет настолько обаятельно, потому что очень обаятельно. У тебя потрясающая улыбка. Поэтому если а на улице, сделай так, а на улице весна. Сделай так. А на улице весна? Вот! Красиво прозвучало, а? Да? Ну круто, круто. Пользуйся то, что есть, да? Дальше идем, хорошо. Юрка, слишком толстощекий. Вот, а, сразу какая-то интересная пошла, да? Вот молодец, дальше. Петя. Юрка и Петя одинаковые. Петя. Ведь Юрка и Петя, ты им скажи, что они одинаковые. Они нет, Петя. Нет, да, да, Петя. Петя. Да, слишком. Ростом маловат. Да, Петя. Они скажут, Петя. Это знаешь как, Юрка, слишком толстощёкий. Петя. Ростом маловат. Понимаешь, все, они разные. И реакция у тебя, соответственно, разная. Да, вот Юрка классный, но мордастый. Петя, ну посмотри, какой, ну что ж ты такой маленький. Вот, вот Алёшка. А это мужской. Вот Алёшка. Вот Алёшка. Вот Алёшка. Это же Алёшка, это же Алёшка. Давай. Вот Алёшка. Славный малый. Да, да, смотри, как здорово. Ну круто, посмотри, какая обаятельная шутка. Я влюблюсь в него, пожалуй. Вот! Ну смотри какая, вот внучка дальше. Где Иртыш, где Енисей? А влюбленная на парте нежно шепчет. Алексей. Ну это ты немножко ушла под шапкой. Алексей. Кристина сказала мне из класса. Алексей. Лешу сдуло ветром просто. Сделай это нежно. Ты же смотришь ему в затылок. Смотри, где он у тебя сидит. Ты его куда посадила? На передний парту или на задний? На задний парту. На задний, значит, тогда... Посмотри, если... Ну, смотри, куда сажать, мило. Тогда если... А, это... Алексей. Если он сидит так, тогда ты обернись и посмотри на нас. Да? Либо он там сидит. Поехали. Посади чёрт. Изучает класс по карте, где Иртыш, где Енисей. А влюблённая на парте нежно шепчет. Алексей. Алексей. Дальше, молодец, умничка. Очень правильно. Алекс смотрит огорченно, что ей нужно от меня. Всем известно, что девчонок он боится, как огня. Он понять ее лучше, не... Лучше соедини, как огня, как он боится. И либо тогда уже добивает, он боится, как огня. Ну тогда это слишком характером. Как огня вместе скажи, боится, как огня. А так, боится, как огня. И получается, как будто ты запнулась, и такое неорганичное запинание получилось, да? Он боится, как огня. Он боится, как огня. Во, ага. Он понять ее не в силах. То она глаза скосила, то резинку попросила, то она вздыхает тяжко. Ну, молодец. То зачем-то промокашку подает ему, любя. Это как же, это что ты делал сейчас ручкой? Промокашку куда-то. Ты что, промокнул ты, Господи, прости, Господи. Ну просто, любя. Подает ему. Ты же можешь вот так сказать, любя. Ну так же, может, она вот так ему дала промокашку, да? И так положили на стол. Ну потом, похулиганить здесь, это же вообще очень хорошо, кстати. Вот обратите внимание, очень хорошо. Молодец. Давай дальше, я подождите, да. Ребят, давайте вот, дальше историю. То глаза с твою резинку попросила, то она в театре, то зачем ты? Вот, вот это весна! Молодец, браво! Браво! И последнюю фразу, да? Не, ну, прежде. Еще хотите, я скажу. Давай дальше, давай. Молодец! Ну, живая, абсолютно, вот сейчас. То зачем-то промокашку подает ему, любя. Сделай, любя. Вот! Ну, браво! Смотри, и рученька хорошая, и жест классный хороший, и руки красивые. Помните, дорогие женщины, ну, мужики, ладно, это наше дело, но мы тоже красиво можем руками, да, красивые руки на сцене тоже хорошо. Но у женщины всегда нужны красивые руки.
кем вы занимаетесь, чем-нибудь, если думаете, что в этом ракурсе не айс. Ну, сами что-нибудь возьмите или так далее, да? Либо спрячьте и так далее. Но ручку, если говорить, это жест обязательно. Не будьте куцами. Куцами. Женщины нельзя, куцами на ней. Да? Либо открыли, ну, это уже как в данном случае. Но руки обязательно помните. Ладно? Алик вышел из себя. Поступил он с ней жестоко. Отлупил после урока. Так вот, с первого свидания начинаются страдания. Здравствуйте, меня зовут Летний Владислав. Что может и так читать. Ну, надо нормально отпусти. Я не могу. Все, давай, все хорошо. Вот, вот. Вот. Ну и нормально. Почему нет? Давай. Вы стояли в театре, в углу, за кулисами. А за вами словами звеня парикмахер, суфлер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел, молодой да удаленький. Вот! Смотри, это не означает, что мы расскажем вообще все, о чем-то мы начитаем, мы начнем рассказывать. Но гораздо интереснее мастерство появляется, когда ты все-таки, понимая, о чем, кто-то злобно шептал. Молодой да удаленький. Ой, как это так. И пойми, если ты вот так начнешь шептать, если кто-то будет так шептать, ты подошел и дал глаз сразу, понимаешь? А они же тебе, вы какой ты гениальный. Это же вот это ощущение, да? Как Олег Павлович папу показал, не знаю, то есть Бушин показал все время артист. Кто-то он рассказал, что в современнике был не какой-то артист, который все время стоял за кулисами, или не артист, а кто-то обслуживает сцену. И артист, выходящий со сцены, спрашивает. Послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить. Поэтому, да, здесь очень такие пригорки, очень такие интересные, да, внутри. Разбирайся, не топи все в одно. Хорошо? Про брови помнит уже они. А гуляли брови наши. Группа поддержки. Вы стояли в театре. Ну понятно, что у тебя все равно. Вы стояли в театре, все равно чуть-чуть брошки полезли. Вы стояли в театре. Вы стояли в театре, в углу за кулисами, а за вами словами звеня парикмахер, суфлер и актеры с актрисами. И актеры потихоньку. Знаешь как, тоже не делай подвес, тоже опять же пошло вот эта манера. С этими с подвесами, завываниями, да? Убирай, убирай, попробуй рассказать. Будьте здоровы, правильно говорю, да? Еще чуть-чуть. Вот, поэтому очень важно, чтобы... Попробуй как прозу рассказать, попробуй. Не возбраняйся. Попробуй на самом деле. Любой из твоих, разбирай сначала, как прозу попробуй. Представь в театре. Вот прям скажи, вот как будто вот сам себя, да? Вот ощущение, что ты одну уважаешь и любишь, потому что вот одна подошла и сказала, а я вас люблю. Все остальные просто завистники страшные. И эти все обслуживающие персонал. Сам главное коллеги, актеры с актрисы. Вы стояли? Вы стояли в театре. Ну смотри, как интересненько. В углу даже... за кулисами. А за вами словами звеня парикмахер, суфлер. Ты знаешь, как парикмахер? Парикмахер, суфлер. Это вообще никто. А кто там стоит? Да. Парикмахер, суфлер. И знаешь, как? Тоже аккуратненько. Парикмахер, суфлер и актер с актрисами.
парикмахер, суфлер и актеры с актрисами. Это, знаешь, чуть-чуть в глазах добавь немножко боли, потому что неприятно, когда обсуждают, да? Вроде обслуживающий персонал, мы же театр. Театр — это коллектив, да? И гримерный цех, и монтировщики, мы все вместе создаем спектакль, да? Ты играешь, а манты сдаешь. Как неприятно. Ребят, вы поставили декорации, а вот там такое говорите про меня. Ребята, мы все театр, мы все вместе, мы команда, мы работаем, это спектакль. А там эти тоже стоят, фифелки эти гребёны. Все, да? Такие все. Вот это ощущение театра внутри, поэтому парикмахер, суфлёр. Это немножко горько. Но, ребят, ну я молодой, да, я только начинаю. Ну зачем вы так меня пьете? Зачем? Я еще сделаю свое дело, не надо меня так уничтожать. А эти стоят, и вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И эти все коллектив. И только одна подошла. А я люблю, я вас верю. Я люблю вас. Потрясающе. Это плюнул на всех, и вот одна. А одна люблю, да? Вот это ощущение очень важно. Разбирай о чем, чтобы попадало в тебя самого. Потому что я думаю, что вполне естественно, что это может быть и твоя тема, да? Я просто имею в виду, гипотетически, да, вот это ощущение. Ты пришел в театр, да? Ты вырос на сцене, тебе дали работу, ты вот, да? Ну, в принципе, все там вокруг говорят. Да, ну, до него-то артист, конечно, молодец. А это откуда, кто его взял? Это ощущение, Господи, провалиться хочется, что же вы творите? И никто не помог. И только одна вот. И такие, я думаю. Это я просто гипотетически, опять же, да? Он говорит, пожалуйста, я тебя люблю, все хорошо, я все сделаю. Не волнуйся, я помогу. Я мизансцену покажу, если что, подскажу на сцене. И туда пошел. Все нормально. И текст, если что, забыл от зажима. Я тебе шепнул на ушко. Не волнуйся, я помогу. А все остальные наоборот. А выплывай сам. Да плевать на тебя хотели, понимаешь? Вот ощущение. Попробуй вот это внутреннее вдруг поймать и переложить все на себя. И тогда получится ощущение, ребята, это про меня стихотворение, да? И все получится, да? Попробуй. Вот сейчас начал хорошо, как это. Без подвеса. Давай дальше. Вы стояли в театре, в углу за кулисами. Ну, вы стояли просто, конечно, она же не просто стояла. Вы стояли, да и я стоял. Остальные тоже стояли. А кто-то сидел. Я постоял. Она постояла. Все встали. Я ушел. О чем, про что, чего и как. Кто стоял? Не я, ладно, хорошо. Я просто говорю, что... Вы стояли в театре в углу за кулисами, а за вами слова извиня, парикмахер, суфлер и актер с актрисами. Вы стояли в театре в углу за кулисами. Вот, хорошо, Владимир. А за вами словами извиня, вот, парикмахер, суфлер и актеры с актрисами. Вот, молодец, да. Потихоньку ругали меня. Вот уже лучше, да, уже понимаю, что... Кто-то злобно шипел. Молодой да удаленький. Вот кто за нос умеет водить. И тогда вы сказали: послушайте, маленькая. Тут нежнее скажи просто, поскольку все-таки это от нее идет речь, поэтому мы не всегда можем улавливать низкими обертонами, ну, как бы от имени женщины произнесенные слова. Я тебя люблю. Нам немножко странновато слышать. Я тебя обожаю, малыш. Это как-то странно. Поэтому, естественно, мы, читая стихотворение, если вдруг это идет от женского лица, ну, да, в мужских стихах тоже есть момент обращения, когда она говорит, она говорила мне, то есть... Вы говорили мне, нам пора расстаться. Я когда читаю, допустим, письмо женщине, то там, конечно же, я и от Зинаиды Райх тоже все равно делаю некую такую, знаешь, взрывную, истеричную женщину все равно. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мое дело катиться дальше вниз. Это то, что она говорила ему. Я стоял, представляешь, а она мне высказывала это все, топила. И тогда я сорвался, любимая меня, вы не любили. Не трогай, да? Ну, это и не он был. Поэтому я сказал, да? Вы говорите, нам пора расстаться. Кто бы это говорил? Да? Нет, все-таки чуть-чуть повыше возьми. Поэтому здесь вот скажи тот же, скажи,
это будет интересно. Твой хороший баритон был до этого замечательный. И вдруг раз чуть-чуть выше голосочком сделаю. Все-таки отдели себя от того, что она сказала. И мы сразу услышим этот диалог. Поехали. Меня зовут Дрэнди Варвар. Я не унижусь перед тобой. Ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душой, знаю. Мы чужие с тех пор. Вот здесь смотри, сразу хорошо начала, а там не соединяй. Душою знай. Душою знай. Душою знай странно. Назнимай душою. Знай. Знай. Отдели все-таки. Это некое действие, такой глагол. Да? Я тебе говорю, знай. Поэтому не властной душой. Знай. Мы чужие с этих пор. Да? Четкая установка. Не соединяйся душою знай. Да, душою знай. Кто-то может не расслышать. Душою знай. Это кто-то говорит. Душою знай. Ну, душой знай, да, такой был человек. Да? Поэтому аккуратнее, когда душой знай. Отдели там сразу. Я не унижусь перед тобой. Ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душой. Знай. Мы чужие с этих пор. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. Так пожертвовал я годы твоей улыбки и глазам, и так я слишком долго видел. И вот здесь тебе... опять то же самое соединение. Прости, что останавливаешь, чтобы сразу. Первый ты хорошо сделал, сейчас вот отделил. И там у тебя вот такое же было соединение. Вот следующее, допустим, знаю, да, душа, я не вижу, знаю, мы чужие с тобой. Ты позабыл, я свободу для заблуждения. Не отдам и так, пожертвую, не дам. И так пожертвую я твои улыбки и глаза. И так я слишком долго видел твои финальные люди, да. Там, вот здесь, посередине, опять такой же, не соединяй без точки сразу, одна на том, по смыслу. Отдели там, где мысль одна закончилась, вторая начинается. Не соединяй две мысли подряд, иначе они сливаются, и там получается такая некая, какой звук, вместо того, что делать. Дальше, хорошо? Дальше. И так пожертвовал я годы твоей улыбки и глазам. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней. И целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильнее. Как знать, быть может, те мгновения, что протекли у ног твоих, я отнимал вдохновение. А ты чем заменила их? Быть может, мыслью небесной и силой духа убежден, я дал бы миру дар чудесный, а мне за то. Бессмертие он. Зачем так нежно обещала ты заменить его венец? Зачем ты не был сначала? Какое стало наконец? Прости, я горд. Люби другого. Мечтай любовь найти в другом чего б то ни было земного. Я не соделаюсь рабом. Чужим горам, под небо юга я удалюсь, может быть. Слишком знаем мы друг друга, чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться и в страсти стану клясться всем, со всеми буду я смеяться. А плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтобы не любить, как я любил. И женщину уважать возможно, когда ж мне ангел изменил. Или женщину уважать возможно, когда ж мне ангел изменил. Я был готов на смерть, на муку, и целый мир на битву звать, чтобы твою молодую руку
Безумец, лишний раз пожать, не знав коварную измену. Я тебе душу отдавал. Такой души ты знала ли цену? Ты знала. Я тебя не знала. Собственно говоря, здесь, конечно же, можно править. А здесь просто по эмоциям у тебя получаются такие волны. То-то сказал, потом опять сказал туда. Потом опять ты сказал туда-туда, потом опять сказал туда. Тут, в принципе, лучше сделать в развитии. Там. Либо сделать один такой всплеск, чтобы потом уже с улыбкой от меня стал наслаждаться. Да. Нельзя здесь только волны делать просто, иначе получается скучно. Там-пам-пам-пам-пам. Опять же, это вкусовые вещи, но мне кажется, здесь хотя бы один всплеск яростный до слез. Один всплеск, и можно пройти такой любви. Вот здесь можно было сделать под финал. Такой любви ты знала, цену. Ты знала, я тебя не знала. Да? Надо просто понять, иначе получается скучно, как говорится, там дальше приливы эмоций нет, дальше дальнейших, да? Мы опять уходим в некую ровность. Это неправда, просто по физиологии так не бывает. Либо это всплеск, и дальше уже уходит в слезы, человек захлебывается, либо он сдерживается до конца, сдерживается. Я сдержусь, но я не могу. И меня прорвало, все выплеснуло. А дальше я захлебываюсь, я перехожу уже, поскольку выплеснулся эмоции, да, просто здесь физиологически нужно очень важно, черт позволь. Спасибо. И скоро будем завершать. Добрый вечер. Чем из Роллада? Николай Гумилев, Гиена. Над тростником медлительного Нила, где носятся лишь бабочки да птицы, скрывается забытая могила преступной, но пленительной царицы. Ночная мгла несет свои обманы, встает луна, как грешная сирена. Бегут белесоватые туманы, из пещеры крадется гиена. Ее стенанья яростные грубы, ее глаза зловещие, унылые, страшные, угрожающие зубы на розоватом мраморе могил. Смотри, луна! Влюбленная в безумных! Смотрите, звезды, стройные видения! И темный лев, владыка вод бесшумный! И бабочки, и птицы, и растения! Смотрите все, как шерсть моя добится! Как блещут взоры злыми огоньками! Не правда ли, я такая же царица, как та, что спит под этими камнями? В ней белосердце полное измен. Носили смерть изогнутые брови. Она была такой уже гиена. Она, как я, любила запах крови. Маугли первой крови. Просто Багирочка наша, просто на заявку на Багиру просто. Бандерлоги! Вообще просто. Камняся! Ну что, яростно, конечно, там, конечно, я не совсем понял, о чем. Ну, как бы так примерно в том направлении. Но, собственно, да, ну, яростно. Где-то проволочки были, где-то там чуть-чуть, да, они возникали.
Но поскольку экспрессии было так много, что я поверил, что ты и есть Пантера, просто реально, просто в тебе есть сильный. У тебя есть яркость твоей темперамент, поэтому я думаю, что здесь просто это же актерское мастерство на будущее. А так, молодец, молодец, молодец. Самое главное, что здесь была такая вот именно, собственно, такая вот, знаете, как выплеснула. А то все читала. Все сразу вздрогнули, смотрели. Иногда надо выпускать таких артистов на сцену, чтобы в страхе не было. Спасибо тебе, спасибо. Черти. Все говорят, его талант от Бога. А если от черта, что тогда? Выстраиваясь медленно в эпоху, ни шатка, ни валка, шли года. И жил талант, больной нелепый хмурый, всего Гомера, знавший на зубок. Его считал своей креатурой тогда еще существовавший Бог. Бог говорил, что слог его прекрасен, что на земле таких напересчет, но с Богом был, конечно, не согласен, тогда еще не отмененный черт. Таланту черт шептал, опомнись, бездарь, кому теперь стихи твои нужны? Ведь ты, как все, погибнешь. Здесь, сейчас смотри, сразу остановим, потому что здесь все-таки понятно, что надо немножко все в одно, и у тебя один тот же характер, и что там, что там, поскольку здесь довольно-таки лихо можно здесь не то, что сразу сыграл, что черта сыграл, что Бога сыграл. Здесь не нужно взять такие вот конкретные уже краски таких уже характерных образов, да? Но тем не менее, все равно немножко раздели. Если от черта, ты хотя бы немножко адекватно просто разбери, по-моему, социально, но это от Бога, да? А если от черта? Это, опять же, вопрос-то риторический про нас всех с вами. Откуда это? Нас, артистов, в 19 веке заграды хранили, а? С другой стороны, кто-то обозвал театр храм искусства, Сергей Сергеевич, но кто-то из великих, точно. И мы, собственно говоря, эти понятия живем сейчас. Кино храмом не обозвали, кинотеатр тоже храмом не называют. А вот храм искусства, театр называют до сих пор. Господа, храм искусства. А храм это уже Божье дело. Что тогда заграды хранить, казалось бы, да? Вот это вот совершенно такое несочетаемое. Поэтому тут интересно разобраться. Ты не просто читаешь, ведь Рождественский очень хороший поэт, замечательный, если он пытался разобраться в природе творчества, откуда это, да? Потому что это черт нашел то у тебя. Это. Согласно, от Господа Бога, талант. Все это талант, наверное, папа с мамой от Господа Бога, если он тебе дается, да? А черт, почему огромное количество искушений? В принципе, сама по себе профессия такая искушаемая. И сам готов искушать. Что это такое, откуда? Поэтому ты не просто так читай это. Ты хотя бы немножко пытайся сам разобраться в этом, тогда у тебя и пойдет. А не количество образов и масок, которые будут сейчас у нас с такой легкостью менять. Я Бога изобразил, черт. Нет, не надо, не обязательно рукавиться уж такими красочками, да, в мультипульте уходить. Но тем не менее разобраться. А не знаю, черт. Попробуй с самого начала, хотя бы вот этот начал. Все говорят, его талант от Бога. От Бога. А если от черта? Что тогда? Что тогда? Тогда и все. А как он? Ничего, нормально. Что так, что это, все равно. Понимаешь, тут такое не все равно, не одно. А если от черта, что тогда? Как объяснить? Ну, от Бога, говорит, он от Бога. У него что, от Бога не было. А если от черта? Ну, это реально, если разобраться, да? И попробуй так же разбираться. А то тебе все равно, опять же, от черта, тогда, эх, иди ты. Давай, поехали еще раз. Давай. Все говорят, его талант от Бога. Вот. А если от черта? Ну, вот лучше, да. Что тогда? Вот так. Интересно, уже как-то. Выстраиваясь медленно в эпоху, ни шатка, ни валка, шли года.
и жил талантом. Больной, нелепый, хмурый. Ну ты не больной, нелепый, не хмурый, конечно, да, абсолютно. Больной, нелепый, да. Ты либо тогда констатируй, какой он, не играй в этот талант, потому что это больной, нелепый, хмурый. Да? Больной, нелепый, хмурый. Немножко странно такое, да? Ты либо тогда просто показали, больной, нелепый, хмурый. Вот жил он такой, да? Больной, нелепый, хмурый. Я ей не показываю, что я больной, нелепый, на себя примеряю. Но тебе мне конкретно понятно, про что я говорю. А когда ты вот так все говоришь, тогда не понятно вообще, что ты хочешь. Про что? И жил талант. Больной, нелепый, хмурый. Всего Гомера, знавший на зубок. Всего Гомера, знавший на зубок. Конечно, правильно. Да, это же удивление. Ты знаешь Гомера на зубок? Нет. На какой зубок? Не дучи там чуть-чуть один. Абзац. Так, хорошо, дальше. Во-в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 о. Всего Гомера, знавший на зубок. Его считал своей креатурой тогда еще существовавший бог. Ну это понятно, что это же революция, если тогда еще существовавший бог. И потом-то бога отменили, да? Тогда еще существовавший бог, да? И шел талант в кабак и расслаблялся. Он пил всерьез, он вдохновенно пил. Знаешь, а это можно сказать, он пил всерьез, он вдохновенно пил. Конечно, это же вот так пьют. Так пил, что... Талантливо, понимаешь? Пил всерьез, он вдохновенно пил. Вот, смотришь, как интересно, да. Так пил, что черт глядел, умилялся. Так пил, что черт... А это же очень хитро, а тот сидел. И сидел такой. Так пил, что черт сидел и ухмылялся. Так пил, что черт глядел и умилялся. Талант себя талантливо губил. Бог тоже не дремал в каморке утлы, где стол, перо и пузырек чернил. Бог возникал раскаянием на утро, загадочными строчками дразнил, небритый, с пересохшими губами. И строки на бумаге проступали, как письмена, отдельно от него. И было столько гнева и напора, в самом возникновении этих строк талант, как на медведя, шел на Бога. И черта скручивал бараний рог, талант работал зло, ожесточенно. Перо макая в собственную боль. Теперь он Богом был. И был он чертом. А это значит, был самим собой. И расстилалось солнце над страхою. Крестился черт. И чертыхался Бог. Да как же смог он написать такое? А он еще и не такое мог. Друзья, на сегодня мы заканчиваем. Я хочу вам пожелать удачи, счастья и подвигов в нашем деле и на сцене. Оставайтесь сами собой, будьте искренними, честными, безусловно, абсолютно. В ролях и, безусловно, перед сами собой в этих ролях. Потому что только честность и правда дают нам возможность достигать совершенно потрясающих высот на сцене, потому что когда ты отождествляешь себя, либо ты сам на сцене, либо ты создал этот фантом, но он живой, в этом идет то самое очищение, когда мы в этом начинаем вариться и проживаем те эмоции, которые, допустим, не испытываем в жизни, бывает и такое. Проживаем те жизни, которые нам не суждено никогда прожить в обычной жизни. В чем радость нашей профессии? У нас много жизней. Ну, кто играл в PlayStation, да, у нас много жизни. Это, в отличие, собственно говоря, от самого PlayStation, там когда-то игра заканчивается. У нас она может не заканчиваться. Все зависит от, конечно же, судьбы актерской, когда тебе дают возможность проживать много жизней. Но у нас она бесконечна. Мы можем нырять в разные века, в разные ситуации, в разные жизни человеческие. Ни у кого нет такой возможности, у нас она есть. Поэтому эту профессию беречь нужно с этой стороны. Умение туда нырять и растворяться, сходить с ума на сцене и превращаться. Тогда она становится прекрасной профессией, тогда она становится уникальной. Хорошо? Сегодня, я не знаю, успеете ли, да, как там рассадить сегодня, да, но сегодня все будут хулиганы спать спектакль. Это Есенин. Есенин, поскольку он приехал когда из своего турне по Америке и по Европе со Сидором Дунканом, у него был ряд встреч со зрителями. Он выходил, сбивчиво рассказывал что-то про Америку, про Европу.
когда уже мухи дохли в зале, он делает избивчиво. Ему Есенин докончает уже стихи читать. И он говорит: товарищ, я лекции читать не умею, я лучше стихи прочту. И вот когда он начинал читать стихи, все сразу менялось в точности наоборот. Есенин читал это очень громогласно порой, и как поэт. Поэтому я в некоторых стихах чуть-чуть подражаю манере Есенина в самом начале. А потом перехожу в актерское исполнение. Но чтобы все-таки Есенин чувствовался, где-то проскальзывает, особенно в начале, там в стихах, я даю немножко интонации есенинской. Сумасшедшая, бешеная. И вот эти громогласные стихи, когда он читал: я нарочно иду, ничего с ним. И у него была своя манера исполнения. Поэтому я все-таки уважаю, преклоняюсь Илья Сергея Александровича, я даю, кажется, возможность звучания его самого на сцене. И в то же время уже перехожу в некую исповедальность, поскольку называется спектакль «Хулиган исповедь», когда человек, поэт, с помощью своих стихов начинает исповедоваться перед зрителем. В конечном итоге раскрывается до конца. Но я надеюсь, я сегодня буду стараться усталый, но я буду стараться хорошо. Так что сегодня будет, так сказать, продолжение мастер-класса, но я уже выйду на сцену, почитаю. Что-то вам может не понравиться, что-то вы сделаете по-другому. И ради Бога, пожалуйста. Ну вот, что-то, допустим, посмотрите, как я читаю «Черного человека», допустим, послушайте, да. Это мое исполнение, сугубо мое, да. Ну, что-то, может быть, для себя у вас полезное будет, да, из того, что я перед вами сегодня покажу. А так, я надеюсь, полезного сегодня вы сами для себя отметили. Все герои, те, которые сюда выходили, я понимаю, что сложно выходить, руки трясутся, все трясется, несмотря на такую яростную поддержку своих товарищей, которые устраивали практически здесь шоу «Басты», да, практически видели, да, все поддерживают друг друга, это правильно и хорошо. Тем не менее, все равно выходить на сцену, особенно кто-то первый раз выходит, это довольно-таки сложно. Но молодцы, кто вышел. Пробуйте выходить. Чем чаще вы выходите, тем быстрее уходит этот мандраж, который вам мешает творить на сцене. Потому что есть мандраж, а есть вдохновение. Разные вещи. Вдохновение — то, что тебя колотит, то, что ты хочешь поделиться этим, тебя распирает. И это только даже себе в плюс использовать, чтобы были настоящие эмоции на сцене. Когда ты не волнуешься на сцене, ты и трагедию никогда не сыграешь, потому что у тебя нет волнения. Ты проникнуть в образ не сможешь, потому что у тебя нет волнения, ты не волнуешься. С помощью волнения ты можешь погрузиться туда и уже дальше пойти. А когда не волнуешься, знаешь, что так, что это, никогда ты не проживешь эмоции, которые необходимы, тем более драма, трагедия, ну, не получится. Да и комедию без горящего глаза, без вот этого кураража не получится. Поэтому волнуйтесь. А страх преодолевайте только количеством выхода на сцену, чтобы ушел этот ненужный мандраж, потому что я не знаю, куда руки девать, потому что что-то трубите мне их вообще куда-то. Да руки-то вообще, да. Поэтому вот этот страх убивайте, а все остальное только себе в плюс. Волнение оставьте. Волнение нужно. Спасибо.